старт охерительный, кстати. Просто охерительный. Можно фармить с акулом при помощи плаценты лоу. Но маловероятно. У нас реально жизнь, то есть вообще ничего. То есть считай бесплатным. Опа. Опа. Да это ж полет. Да я ж беру. Это ж прикольно. Возможно, взял рано. Тут что-то очень много хп, да? Ну, в принципе, нахер мне хилтап еще один, правильно. У меня так это 4 контейнера есть. Вообще до хера. В принципе. Хп, если у него нет, обидно. Смотрим. Сейчас босс еще будет интересно. Интересно. А, это, скорее всего, почти прокается. Ну да. Ну да. Полетели. Два. Три. Не, тут, думаю, не кончится. Думаю, все будет нормально. Думаю, я в порядке. Где-то чем в порядке. Ну, тут много прям хп, прям реально до хера. Я думаю, хватит. Почти полностью, либо не совсем. Сейчас посмотрим, короче. Так, может, был шестой. И это был, не, это был шестой прок. Это седьмой прок. Осторожно. Его все раскинулось, ну ладно. Я его взял для удалирема, все нормально. Все норм. Тут проходит. Дайте проход. А, сапкой. А-а-а! Понял, понял. Это да. Ну, может быть, другой раз. Это все равно уже есть сапка. Зачем тебе еще одна? Зачем тебе еще одна сапка? Две все равно не получится сделать. А, кончится 2 дня. Но если ты выиграешь сейчас, тебе не будет потом сапки. Учтите. Сапка она на сейчас. Так что... Так что такое. Она в реальном времени. Так что вот. Так не работает, нет, это не будет. Ресап через 2 дня. Так что в ваших интересах пока не выигрывать. Там, я говорю, у кого сап есть, тем есть шанс просто его передарить кому-нибудь. Только так. Тут все хитро, да. Тут схема очень хитрая.
Пора скилл гифсабов. На день. Ладно, на день может быть. Ладно, день-два возможно. Но точно не на полмесяца, там какой-нибудь полмесяца ждать надо, когда у них будет какой-нибудь сосад. Я не хочу столько все откладывать. Все должно проходить быстро. Все транзакции. Идея в том, чтобы как можно больше людей осчастливить. То есть ты можешь своей победой кого-нибудь еще осчастливить, понимаешь? Дать счастье кому-нибудь другому. Вот тоже будет сап. Чтобы все были счастливы. Тут это. Великие идеи. Не, нельзя так сап кинуть. Если у тебя сап есть, ты уже не можешь сап почить никак взамен. Нет такого, что типа тебе дают гифсап на твой сап. Такого нет варианта. Поэтому у кого сап тоже есть, ему нельзя еще раз сап подарить. Если даже у него сап кончается через день-два. Даже если был гифсап, а не купленный сап. Там нет разницы, будет прикольно. Прикольно. Это не так прикольно. Люделириум. What the fuck? Ладно. Goodbye, Витшот. Петра ли это? Бля, серьезно? Анзус, Дагас, Яхвас. Нет, пока без что-то не привет. Неправильно понял. А, Войт? А, это да. Да, что ли, два Войта лоу. Не могу и тут заводить, и бля, опять Болтфейн. Ну как ты промазал псина? Вот тут-то надо было попасть. Тут-то можно было попасть, ладно, трикет заебись, тем более с вибаком. Это, по-моему, дропа меняет на бомбы, наверное, не так, это мне сильно надо. Вау. Я не понял, делал. Хотя... Судя на этаж мона. И ничего не меняется от этого. Мальчики, вы хуёвые. Максимально хуёвые. Алло. Full health. Плацента прокнула. Сейчас будем плацента фармить лоу.
Подожди. Сейчас мы разберемся. Да. Ага. Угу. Угу. Are you fucking kidding me? Wow. Fuck. Actually, it's fine. What the fuck? Hello. Okay. Good teleport. What the fuck is this? Да. О, тренька мемная. Поломали статы. В плюс или в минус, пока непонятно. Wait a fucking sec. Wait. It's good enough. Yeah, I think I'm good. Бишот реально выжил. Бля, что-то ору. Пофармили. Одну руму. Этого и хватило вполне. Нормально такой пулемет зарядил. Сейчас же могу его загалпить, подожди. Давай его загалпим. Галпи, мразь! Хули ты не галпишь, твари? Ох. Чрена. Чего она не галпит нихера? Ладно, пофиг. Тупой, блять, этот тайтан. Кучи марблс. Надо, нихуя не работает. Галп, нихуя себе, excited, классно. Нахуй мне это надо, спрашивается, непонятно. Так-то синергия-то охеренная с Хагдайс, потому что тут ломать можно просто дико. У меня же пиги-бэнк, ну вы поняли, короче, да? Ага. А, стоп. Уно момента. Ага. Теперь поехали. Угу. Here we go again. Oh, I got cracked dice. I guess it's fine. It's actually absolutely fine. It's not a problem at all. I think. It's not a problem, it's fine. Ну типа, тут невозможно проиграть, потому что я буду ролить бесконечно. Скорее всего. Невозможно проиграть. В это казино не проиграть. Все хорошо. У нас новое видео на YouTube, похоже. Готовится опять. Опять мешки, найс. Мешки интенсифайс. Стивен, хорошо. Даже Little Baggy, думаю, меня особо не расстроит, скорее всего. Ага. Так. Скоро мы уже пул должны поломать, по-моему, Bob's Brain. Это тоже нормально, абсолютно нормально. Это тоже нормально. Опять ничего не гапса почему-то, лол. А где мой Cricket's Head? Как бы
Пора бы уже Крикетсхед дать, но мне кажется, уже пора бы вроде. Гапписхед. Это почти то же самое, но не совсем то же самое, правильно? Галп, ага. Алло? Эй! Д7, ага. Смешная шутка, микро смешная. Я оценил. Ищем корону Монка С. Вейт, оно паролило. Оно паролило. Винфестацию 2. Пизда там. Вейт. Вейт. Not the trinket I'm looking for. GIF. GIF. Ага. Опа. Опа. Сюда пока выкинь. Ага. Little Baggy, да, и хуй с ним. Вообще пох. Да при этом я импера в руках, окей. Curved Horn, ага. Где крики садало? Я уже все, по-моему, нашел. Весь пул. Или почти весь пул. Куини. Галпи твари. Молодец. Опять ты крикет скат, серьезно? Че, угораете? Вы реально угораете? Вы реально угораете? Лампочка норм. Можно лампочку съесть. Гапи стоял, нормально. Привет, Риберг. Взявки норм. Опять не крикетскат. Уже все головы собрали, кроме крикетската, по-моему. Все головы собрали. Что только можно было. И нельзя было. Еще одна голова. Бля, хелсап стрёмно, ну ладно. Экзем, да хуй его знает, просто чтобы был. Чтобы было. Хуже не будет, правильно? А что бы было? А там оно порвалось, кстати, лол. Подожди, что-то порвалось. А, еще хелсап! Бля. Много хелсапов. Слишком много. Еще одна лампочка. Тоже съедим. Главное сломать пул айтемов, очевидно. Пул сундуков. Это основная идея. Что там уже пошли какие-то рандомные айтемы. Правда, я не вижу, что я беру с другой стороны. Это мне нахуёво. Наверное, да? Наверное, это не очень классно. Когда ты не видишь, что ты берешь. Типа, очевидно, я не могу найти Дагаз, потому что у меня Little Baggy. Здравствуйте. Хотя у меня теперь есть Runeback. Подожди, подожди, подожди. У нас есть Runeback. У нас опять мешки Intensifies. Я взял... А я могу загалпить эту хуйню. Все нормально. Еще мешки, найс.
Еще одна голова. Прикольно. Неужели мы ее нашли? Все же нашли. Я галопт крэк дайс из marbles. So now I have basically infinite breaking potential in any room. Very fun stuff. Not so fun this curse of blind though, but I mean whatever. Корона. Корона найдена. Отдай корону, где корона? Спасибо Артему за фоллоу. Парам-пам-пам-пам. Мистер Бум. Вся это мы точно не все. Далеко не все. Так Зиро еще не вижу. Так Зиро еще остался он. Посох это остался. Еще много чего можно хорошего найти. Другой вопрос, что блайнд немного паршиво, конечно. Блайнд не очень приятно. Блайнд может немного затроллить в теории. Но там есть ремонт, поэтому, в принципе. Полу насрать. Полу насрать. Идем Бессинг. Хорошо. Это приятно. Стоп, еще один кенсер? Я же его уже галпил, алло. What? The gas, but I can't get runes because I took fucking little baggy. So I won't see runes on this floor. Most likely if I will only if I will get starter deck. That's the only way. Okay, that sucks. But I have bomb immune, so I guess it's whatever. It's kinda whatever. Okay. That's pretty sick. Did they fucking stop doing this? Okay. Not even Guppy yet, SMH. Not even fucking Guppy. That's terrible. Может быть, будем до сотки посмотрим. Ран я скоро закончу, очевидно. Ну, довольно скоро. Тут уже делать будет скоро нечего. После этой комнаты, после этого этажа, как бы ран будет закончен. В любом случае. Так что не ссыте. Тригет хорош. Найс. Nice.
Brown Nugget Best Item. И Гапи. Шуша Баттербин. Фрут-кейк, найс. Найс. Ладно, прокаем, наверное, нормальный билд по статам и поехали. Два тирейт. Мяу, мяу, это игра у нас. Let's go. Привет. Петр, ну так у меня Little Big, алло. Я в курсе. Deck of Cards, Habit. Дайте активатор. Активатор найден, полетели. Да! Fuck. That was close. Well, I think I have gold head though, yeah, I have gold head. I think, yeah. It's fine, I have gold head anyway. It's fine. Nice. Okay. Это будет сап-30, скорее всего. Good head spas, возможно. Возможно, сделка бы закрылась, но не факт, но скорее всего да. Очень вероятно. И сделки это дело любят. О. Фу. Здорово. Мегастен вряд ли. Чем время тратить? Дай телепорт нормальный, come on. Мало этого, нужно больше этому. Пойдет. Правда, не руина ли это? Да, наверное. Да, нормально, нормально. Нормально. О, oh, I can't fuck. Wait. I can't do this. Okay. Strats. Fucking strats. Voice. Типа я ж не могу выкинуть ремонт, правильно? Типа первый, да, и ладно. И ладно. Ничего страшного. А можно нормальный телепорт хоть раз в жизни? Нормально. О, Соя. О боже мой. Пожалуйста, игра без крашей. Все хорошо. Все хорошо, не надо крашиться. Все нормально. Ебать, все не очень нормально. Я ничего не вижу. Ладно, все хорошо. Кто диспавнит? Игра-то? Если будет краш, по идее, да. Будет после минус этаж один. Игра два раза. За неделю последнюю. До этого не было краш. Вообще, по-моему. Если я правильно помню. Mm-hmm.
просто дичь. Все ангельские лол. Прикольно. Называется мод программа, которая вводит собранные вещи внизу стрима, называется Reverse Item Tracker. Это внешняя программа. В гугле можно найти. На всех версиях игры работает, на Reverse, Afterburst и даже на Antiburst, по-моему, работает. Ну и на этой версии, очевидно, на Afterburst Plus. Вечеринка. Антиберс не на стрим проходил, да. Давно. Ну, перед... Антиберс был уже до Антиберса Плюс, вот я его в то время проходил. Где-то месяц или два. Играл в него. Прошел почти все, что можно было пройти. Там много было хуйни забаговано, поэтому там не все проходилось. Но почти все вроде там прошел, что можно было. Не, на ютубе есть видео, можно найти очень старое. За то время. Так, сейчас отойду.